компактная IP-камера Hikvision DS2 CD2463G0IW. Оснащена 6-мегапиксельным сенсором, Wi-Fi и автономным бэкапом. Камера видеонаблюдения Hikvision DS2 CD2463G0IW поставляется в массивной упаковке с аккуратно уложенным в пористую форму содержимым. Помимо самой камеры в комплекте прилагается опора из пластика с металлическим шарниром вращения, набор монтажных болтов для вертикальной фиксации подставки и краткая брошюра. IP-камера Hikvision DS2 CD2463G0IW выполнена в современном эко-стиле в закругленном корпусе формой гальки и габаритами чуть выше 10 см. Корпус выполнен преимущественно из белого глянцевого пластика, подчеркивающая выступающий блок камеры с лицевой стороны. Широкоугольный объектив с возможностью регулировки фокусного расстояния окружен инфракрасной XR-подсветкой с дальностью до 10 метров. Перед объективом вынесен глазок детектора движений, а еще на корпусе камеры есть отверстие микрофона снизу и динамика на задней стороне. На боковой стенке за заглушкой скрывается слот под карточки памяти microSD до 128 гигабайт. Сзади по центру расположена дюймовая головка под комплектный либо иной штатив от той же стойки или фотоголовки. Чуть ниже два гнезда для подключения к сети по RJ45 и разъем питания DIN на 12 вольт. Поддерживается PoE питание по сети. Как полагается продукту Hikvision, камера видеонаблюдения DS2 CD2463G0IW поддерживает все актуальные сетевые протоколы Ethernet, включая хранение записей на дисках NAS. Камера поддерживает и беспроводное Wi-Fi соединение версии N с поддержкой различных протоколов. В качестве резервного хранилища можно установить карточку памяти объемом до 128 гигабайт. Максимальное разрешение съемки составляет 3072 на 2048 пикселей с частотой до 20 кадров в секунду. Поддерживается автоматическое расширение динамического диапазона и работа в связке с детектором движения. Датчик, микрофон и громкий встроенный динамик можно использовать для видеосъемки, либо применять отдельно, как компоненты тревожного оповещения.